История материальной культуры сибирского села глазами молодых художников. Выставка под таким названием открылась сегодня в Красноярске. Свои работы представили студенты художественного училища и школы имени Василия Сурикова. Неделю этим летом они провели в поселке Шушинском и в деревне Сизая. Это родина Ивана Ярыгина. На свежем воздухе и в атмосфере старины студенты написали порядка 40 картин маслом и акварелью. Все работы сейчас выставили в доме художника. Умиротворение, которое есть там, вот просто позволяет настолько раскрыть свои возможности. Как в городе здесь все равно такая суета. Спокойно не посидишь, не попишешь в удовольствие свое. Там другое совсем, конечно, ощущение от живописи. Работа юных художников сегодня оценила супруга губернатора края Инга Кузнецова. Она входит в общественный совет по реализации краевой целевой программы «Одаренные дети Красноярья». Первая леди края очень редкий гость на публичных мероприятиях, но сегодня посетила выставку, пообщалась с ребятами, поздравила их с успешной работой и назвала картины талантливыми. Инга Кузнецова пожелала художникам не останавливаться на достигнутом. Я вижу, что вы уже и есть художники. Что объединяет эти работы, это любовь к родине и к своему родному краю. Вот я сейчас прошлась по залам и увидела, это бросается в глаза. Но что еще бросается в глаза и что еще более отрадно, то что каждая работа — это индивидуальность.